Тянуться к прекрасному не так просто, а чаще всего и дорого. Заслуженный артист России, известный общественный деятель Дмитрий Коган знает об этом не понаслышке. Для педагогов и учеников музыкальных школ он организовал благотворительную акцию «Время высокой музыки». Иваново стало 10-м городом, который посетил всемирно известный скрипач. Вход на концерт был совершенно бесплатным. Это хорошая возможность для талантливой молодежи послушать истинного мастера своего дела. Им некуда идти со своим талантом, потому что очень часто цены на билеты, даже если в их городе есть какое-то знаковое событие, то цены на билетов такие, что человек просто не может этого себе позволить. Поэтому вот моя цель – приобщить к классической музыке, дать возможность услышать и пригласить как можно больше людей именно благотворительно. Во время вечера прозвучали произведения Чайковского, Моцарта, Брамса. Свое виртуозное исполнение Дмитрий Коган продемонстрирует во всех регионах страны. Уникальный тур будет продолжаться более 15 месяцев. В память о вечере в музыкальных школах области останутся компакт-диски с классической музыкой. Это крупнейший проект современной звукозаписи, потому что крупнейший благотворительный проект, потому что более 25 тысяч дисков бесплатно абсолютно презентуются всем музыкальным учреждениям страны. От Калининграда до Владивостока. Время высокой музыки в Иванове действительно настанет, уверены педагоги. Подобные концерты проходят в филармонии не первый раз, и после встречи с музыкантами такого уровня не остается сомнений, что в Иванове появятся свои звезды. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.